Забили быстрый мяч, это, наверное, сыграло с нами злую шутку и чуть-чуть расслабленно стали играть. В перерыве внесли коррективы и с тренером пообщались, и второй тайм уже был, я считаю, более зрелищным, более уверенным, тем более забили 4 мяча. К сожалению, у нас травмы получили, и Стас получил травму, и там небольшие повреждения, но видно было, что команда вышла биться на результат, несмотря на то, что действительно понятно было, что мы уже не стали чемпионами. Радует игра команды, радует результативность, забили 75 голов в чемпионате, пропустили тоже, есть над чем работать, есть исправлять свои ошибки, но я думаю, очень слабый был старт в чемпионате, очень много очков потеряли, поэтому, конечно же, рассчитывать на то, чтобы достать чемпиона, сложно. Но мы сделали все, что могли, и сохранили интригу практически до последнего тура. Я думаю, что многие из ребят и из болельщиков получили удовольствие в целом от того, что происходило в этом году. Но с таким, конечно, настроем, с такой самоотдачей, с таким рвением мы должны становиться чемпионами.